Гейские ребята, меня зовут Фоловиус, и сегодня мы вместе с розовой шариком Евочкой отправимся на фабрику квадратов, ребята. Здесь их делают и переделывают их не просто с кого-нибудь, а переделывают их с вот таких вот шариков. Видите, они тут катаются. Ай, больно-то как. Они здесь катаются и получают вот так вот. Вот бац, видите, это уже сумасшедшие шарики, ребята. А еще здесь есть и сами квадраты, мы их сегодня увидим. Так, ну и, ой-ой-ой, вот и, ай, этот квадрат, ребята, окончательно превращенный в квадрата, в общем-то, в кубик такой, вот, понимаете ли. Шарики против, ой, квадратиков, но он глупый, а наша девочка умная, да. Мы его победили! Да, ребята. И отправляемся далее. Так. Ой, 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 Ева, Ева, не бойся. Ай, нет. Ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, мы прошли эту карусель из лазеров. Смотрите, она просто ужасна. А ну-ка, давайте на самый краешек станем. Ахаха. Не достанешь нас, каруселька. Так, ребята, это что такое? Это пресс с кнопочкой. Это как, ребята? Нет. Ай, так. Ой-ой-ой, ребята, это конвейер. Как же нам? Как же? А, вот. Смотрите, целых два шарика. А ну-ка, иди сюда. Так. Пац. И тебя сюда. Пац. Отлично, ребята. Всех мы задавили, всех мы уничтожили. Так, ну и дальше, дальше нам нужно пройти... так, а ну-ка... Что это за штука, ребята? Она нам нужна, интересно, или нет? Ой, ну взорвалась она славно. Так, а ну-ка... А, я понял, ребят, для чего нам этот шар. Да, конечно же, он для того, чтобы подкатить его вот сюда. Он нажимал на эту кнопочку, а мы забрались на этот вот подъемник и отправились туда вот дальше. Да, и еще звездочку, конечно же, чтобы пройти этот уровень на золото. Погнали дальше. Ой! Ой, ребята, упал я в пропасть. Ну ничего, получи. Опять эти... Ой, ребят, нет, цепочка оборвалась. Вот оно что, ребята. Уху! Так, я понял. У нас есть только один шанс. Классно, ребята. И мы ним воспользовались. Так, и у нас тут теперь прессы. Придавил нас пресс. Ну ладно. Так, так, тык, тык. Ахахахаха, ребята. Опа. Обдурили дурачка на 4. Ой-ой-ой-ой, что ж тут происходит, ребята? А звездочки-то надо забрать нам наши. Вот так вот. Хитрая мы, да? Хитрая мы, девочка. Погнали дальше. Воу-воу-воу, что здесь такое? Ой-ой-ой, здесь этот взрывающийся шар. Точнее, квадрат. Ну, больше в том он шаром был. Так, а ну-ка, ребят. А что это такое, интересно? Для чего нам нужна эта штучка? Сейчас мы, наверное, отключили, включили. А, стоп, а как нам его сюда поднять, девочка? А ну-ка, думай. Не знаю, может на конвейер его и вот так вот вместе с ними, йоху, и пройдем. А, ну давай попробуем, девочка, что ж. Попробую затащи его сюда. Так, мы сейчас возьмем разгончик. Интересно, у нас получится ли? Да, ребята, смотрите, получи. Получилось, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Получилось что-то не так у нас, похоже. Ну да ладно. Так, давай, девочка. Опа, конвейер такой быстрый. Ай, негодяй, не пей меня. Да, ребята, шарика обижают шарики. Ну, это ничего страшного. Сейчас мы им... Опа, оп, блин. Ай, ай, ребята, нам нужно еще больше разгон взять. Так, 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 так. А ну-ка, давай, 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 давай. Есть такое дело. Да, 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 да. Придавили мы его. Все, теперь нам лазер не страшен, ребята. И не опасен. Тихо, стой, стой, стой. Ева, Ева, смотри. Это взрывающийся квадрат. Ты знаешь, что с ним делать? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, вот оно как тут все.
Они, видите, поменялись. Один напал на меня, и второй. Забавно. Ай, нет, ребята. Это же... Ой-ой-ой-ой-ой. Это же... А-а-а! Поджарили нас, ребята. Поджарили, конечно, да. Фу, хе-хе. Спасибо, ты нам и помог, шарик. Но ты и будешь уничтожен. Так, ребятушки, ну что ж. Давайте, пожалуй, на сегодня все. Давайте еще раз посмотрим это видео, ребята, и поставим ему лайк. А я пока вот эту штучку перевезу на тот остров. Опа, все. Так, смотрите, там этот терминатор. Квадрат. Ну что ж, адьос, амигос.